Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну, сегодня хочу сделать обзорчик по своей петунии. Вот такая вот она меня продолжает радовать, красотулька. Ну, хочу пройтись по сортам. Вот даже разложила упаковочки от этих петуний, какие мне очень понравились. Ну, вот эта вот махровая петуня. Дабл каскад. Бургунди. Ну, действительно, махровый каскад. Вот такая вот шикарная петуния. Далее. Здесь вот это вот белая семена профи. И называется она петуния мультифлора Ура Вайт. Ну, действительно, вот такая вот шикарная, шикарная. Здесь вот. Здесь она у меня и вот такие вот снепадающие плети получились. Это семена производства Нидерланды. Здесь вот следующие тоже семена профи. Петуния бахромчатая. Экспресса Фрелли Руби. Ну, тоже соответствует. Вот она, ну, шикарные, конечно, кусты. Бесподобные. Такие у меня получились в этом году. Хорошие петуньки. Конечно, в больших горшках совсем по-другому она развивается, поэтому нужно все-таки маленькие горшки. Ну, покажу сейчас, конечно, сильно мало и не такая она шикарная получается. Здесь у меня петуния многоцветковая Андреа. Вот тоже такой вот шикарный куст в большом горшки. Это вот бело-желтая. Пандалина лайм. Многоцветковая. Ну вот многоцветковые, конечно, шикарные. Мне понравились. Первый год я их покупала в этом году. И вот такие вот хорошие. Красная — это из серии Джоконда Ред. Петуния мультифлора Джоконда Ред. Тоже вот такие вот красивые. Это тоже Джоконда. Пурпурная с белым. Вот они, даже не отличишь. Шикарные. И вот еще одна махровая. У меня получилось тоже очень красивое. Вот такие вот. Все, что заявлено производителем, один к одному. Вот такие вот красотулечки. Хочу сейчас показать, которые я обрезала полностью. Вот сейчас покажу, что с них получилось. Ну, вот эти вот шикарные, но это все в больших у меня горшках. Я показывала, кто не смотрит мой канал, как я их обрезала. И вот прошло 3 недели, и вот такая опять, ну, в общем, 2 недели им надо, чтобы восстановиться. И вот недели они уже у меня цветут, вот такие вот шикарные. Полностью срезала и наросли такие вот красотулечки. Эту свою красавицу убрала солнце, потому что оно уж сильно жарко ей. И вот здесь вот в тенечке висит у меня под крышей, солнце не сильно попадает, и вот так вот хорошо, бок опа тут у нее внизу, и
сами цветочки опять вот наросли. Это вот красавица. Это тоже все полностью срезала. Здесь вот тоже восстановился опять куст вместе с клематисами. Они у меня здесь. Вот клематис пошел хорошо. Вот. И петуньки. Вот мои красотульки. Все, опять набрали цвет и пошли хорошо расти. Конечно, поливаю я их раз в неделю, удобряю. Поливаю каждый день и удобряю. Но маленькие вот эти горшки, конечно, им это очень мало. Нужно где-то до 5 литров хотя бы должны быть горшки. А вот один не удался. Так вот он и не пошел. Обрезала я его. Он был прям сильно на солнце. Немножко я его прозевала. И вот он больше что-то не хочет. Хотя и поливала его, и подкармливала. Но вот так и не пошел. Эти вот красотульки. Вот такие вот наросли опять. И меня продолжает радовать. Такой шикарный. Ну, как я и говорила, вот здесь у меня очень большие горшки для них. И вот такой опять нарос шикарный куст. Здесь у меня эти махровые. Здесь вот у меня они тоже немножко под виноградной беседкой. И как-то им тут очень нравится. Такие вот опять шикарно, но опять-таки в большом горшке. Получается, что на следующий год уже маленькие горшки сажать не буду, потому что они бедненькие, мучаются. Это все второе цветение после обрезки. Здесь вот боковка вот такая красивая. Понравилось мне мульти горшочек, который я оформляю. Вот так вот сажать несколько видов цветов. Эти тоже вот. Но эти чуть позже обрезала. И поэтому вот начинают, вот набирают бутоны. Прям шикарные, шикарные. Ну, что я сделала вывод? Значит, обрезать их надо почаще, и чтобы они успевали вот так вот нарасти. Поливаю я их каждый день, как я и говорила, удобряю раз в неделю. Вот этот раз я удобряла формула 16-16-16. Как-то она мне больше понравилась, они после нее очень шикарные. Ну, здесь вот у меня в колесе они. Здесь я ничего не обрезаю. Они уже в свободном у меня тут полете. Это вот джокондочка красная. Такая вот шикарная. Гелиотропчик здесь. Сейчас еще хочу показать свой барвинок. Такие вот два куста у меня барвинок. Прям посажены в землю. На клумбе такие вот шикарные стали кусты. А этот мой шикарный, который в горшке в кашпо, такая вот прелесть. Такой вот я его немножко подсыпала землей, и вот он опять у меня радует. Ну, семена, конечно, все-таки эвка. Семена, наверное, не придется собрать, но буду искать. И на следующий год осталась у меня коробочка от них. Поэтому буду искать. И именно такие вот надо сажать в кашпу. Ну, вот что хотела показать по своим петуням, которые стригла 3 недели назад. И как вот они
пошли заново развиваться. И заодно тут у меня попался мой барвинок. Вот такой вот шикарный. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Всегда с вами Марина Матвеева.